Слушайте, столкнулся тут с одной интересной историей, лично столкнулся. Дело в том, что у меня закончился срок действия загранпаспорта, я обратился за его продлением, точнее за новым документом, угадайте, каков размер госпошлины. Мне когда сумму озвучили, я слегка обалдел. 5000 рублей, друзья, 5000 за паспорт, за бланк. Господа, откуда наши чиновники и депутаты такие цифры берут? Средняя зарплата по стране 17 тысяч, и не спорьте. Пусть не врут всякие ВЦИОМы про 44 и даже 50 с хвостиком. 17 тысяч, лично президент об этом не так давно говорил, когда рассказывал о среднем классе великой и могучей. Послушайте, вы знаете, что такое средний класс? Вы, если вы думаете, что средний класс – это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка. Она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. Так вот, 17 тысяч – средняя зарплата по стране, 14 – средняя пенсия. МРОТ вообще 12, а за бланк паспорта надо заплатить 5. Он что, бриллиантами инкрустирован? И мы, заметьте, не говорим сейчас о каком-то предмете роскоши, как вот знаете, в банке можно оформить простую пластиковую карточку, а можно золотую или платиновую. Это понты, согласен. Мы о паспорте разговариваем, без которого я даже в бывшие союзные республики выехать не смогу. Серьезно, наглость какая-то. Наше государство хуже бандита с большой дороги. Уже грабят на каждом шагу. Зло берет, ей-богу. Начинаем. Кстати, а вы знаете, что минимальный размер оплаты труда МРОТ по-нашему чуть выше этот показатель поминал добрым словом? Так вот, минимальный размер оплаты труда в Германии увеличился до 1584 евро. В пересчете на российские рубли это 135,5 тыр. Почувствуйте разницу. Называется, а ватники на своем кредитном автохламе пишут, можем повторить, мы, мол, у них войну выиграли, гордятся. Каждый год 9 мая под салютики визжат от удовольствия. Дедов на палках по улицам таскают с чувством глубокой гордости. В этом году мы даже дважды День Победы отметить умудрились, а потом еще один парад провели, посвященный военно-морскому флоту. Ага, а уровень жизни, как в Германии, повторить слабо? 20 лет. Нам этот человек обещает, мол, надо немного потерпеть и заживем. Когда заживем-то? Сколько еще терпеть? Причем ведь реальные доходы населения, если по-честному, за эти 20 лет только упали. Приведу пример. В начале 2000-х размер средней заработной платы в моем родном Екатеринбурге составлял где-то 10 тысяч рублей. При тогдашнем курсе валют 28-30 люди зарабатывали около 350 долларов. Сегодня средняя зарплата, как я уже сказал, выше 17, американская валюта 73, считайте, ну я за вас это уже сделал, 230 баксов. 20 лет прошло, доход россиянина увеличился с 350 долларов до 230, вот это я понимаю прорыв. И рубль продолжит свое падение, все экономисты об этом говорят, то есть еще беднее станем. Зато пропагандисты какую-то пургу гонят, иностранные деньги ничем не обеспечены, наши, блин, обеспечены, чем только хочу спросить. Мультяшными ракетами, парадами, статьями великого кормчего о Второй мировой войне или сказками Рогозина о гостинице на окололунной орбите. Подавляющее большинство россиян выживали последние 10 лет только за счет кредитов и микрозаймов. Вот как любят пить яйцеголовые. Вон, смотрите, сколько машин по улицам ездит. Вон, смотрите, молодежь с дорогими смартфонами ходит. Вот если говорить о молодежи, ты обратил внимание, они все с телефонами? Конечно. Они все мажоры.
Все такие стильненькие. А подумай, почему они стильненькие? Это значит, что это дети коррупционеров. Ну, нормальные-то люди понимают. И машины, и смартфоны дорогие – это кредиты. Впрочем, и эта история о закредитованности подошла к своему логическому завершению. Людям буквально нечем те кредиты отдавать, да и брать под что непонятно. У меня вот соседка по даче, пенсионерка, взяла в свое время займ на строительство теплицы. Затем еще один на ремонт забора, потом занимала, чтобы погасить существующие займы. А в этот раз пришла к нам и буквально разрыдалась. Я, говорит, не знаю, как эти кредиты отдавать. Вся пенсия на них уходит, и конца края кабале не видно. И таких, как она, каждый третий уверен. Люди в нашей стране были бедными, а стали нищими. Ситуация, к слову, лучше не станет, потому что экономики в сегодняшней России нет никакой. Зато есть целая армия вороватых чиновников, которая прирастает постоянно, и жадность воров не знает предела. Это реальная журналистика о насущном сегодня. Поехали! Утешает, впрочем, что народ потихонечку начинает просыпаться. Вслед за хабаровчанами, слава богу, на улицы начали выходить и в остальных городах. Протест приобрел более масштабный характер, а в политическом плане это самый настоящий кризис. Дальний Восток всем нам показал, что кремлевские методички больше не работают. Техника замалчивания проблемы с россказнями о мифических врагах в этот раз проблему только усугубила. Люди обозлились от того, что на них не обращают внимания. От того, что их не хотят слышать. Их разозлил тот поток лжи, что полился из пропагандистских помоек. Ну и карикатура, присланная в конце концов Головнюком туда, в Хабаровск, на должность руководителя региона. Впрочем, таких карикатур на ответственных должностях по всей России пруд-пруди. Самый популярный вопрос – это, Михаил, прокомментируйте, пожалуйста, расследование Навального. Что за домик в Подмосковье? Да отличный домик. Мне там нравится. Я скучаю по нему. Это дом, где живут мои родители, которые, продав все свое нажитое за всю свою жизнь имущество, а моему отцу на всякий случай 71 год. И они работали много за границей, мы с этого начали. Сегодня в Хабаровске, например, уже на полном серьезе обсуждается вопрос о принятии на уровне Краевой Думы закона, запрещающего занимать должность губернаторам, засланным дурачкам, простите, казачкам. А конкретно граждане хотят прописать в уставе региона, что руководить им может только местный житель и только по итогам процедуры всенародного голосования. Для чего? Да потому что уволить этих упырей по-другому невозможно. Приедут и сидят годами, ничего не делая. Меня, мол, президент прислал, поэтому творю, что хочу. А вас никто не спрашивает. Я их понимаю. Ну как? Целый регион обращается к главе государства. Говорят, мы против назначенцев. Назначайте досрочные выборы, как того требует Конституция. До выборов краем должен руководить кто-то из заместителей избранного Фургала. Так будет правильно, так будет по закону, нет и все. Ну и кто в данном случае закон-то нарушает? Вообще, конечно, я не знаю, как Кремль собирается разруливать ситуацию. Очевидно, что дальше градус недовольства станет только повышаться. Если еще некоторое время назад ребята там надеялись, что однажды люди устанут. Протест потихоньку сойдет на нет. Сейчас об этом можно забыть. Народ даже под дождем ходит, потому что свободы вдохнул. А тот, кто вдохнул свободы, не захочет обратно на цепь. Очевидно, что Дегтярева не признают. Его, по большому счету, надо отзывать, потому что однажды подобное может начаться повсеместно. Вот только как Кремлю дать заднюю? Это же будет воспринято людьми как слабость. Россияне поймут, что режиму можно противостоять и начнут. Силовой метод, кстати, я также исключаю, потому что это окончательно похоронит Владимира Путина как политика. С ним сегодня-то зарубежные лидеры не особо общаются. Да и кто пойдет с оружием на людей? Простые солдаты, а оно им надо. Поэтому власть в очень неудобной ситуации. Люди добрые, здесь очень много матерей. Мне приятно смотреть ваше лицо. Мне приятно смотреть, когда вы для одного человека душа болит.
Дамы и господа, огромное спасибо вам за вашу поддержку, за то, что не остаетесь равнодушными. Мы, в свою очередь, постараемся не подводить вас. Ситуация на Дальнем Востоке до сих пор продолжает оставаться непростой, поэтому наша съемочная группа, во всяком случае, пока будет работать там дальше, чтобы держать власти в тонусе, чтобы не допустить беспредела, в связи с чем еще раз прошу, помогите и вы нам, к сожалению. Мы живем в материальном мире, за перелеты, проживание, питание, передвижение и так далее приходится платить, но не просим миллионов. Кому не сложно, у кого есть возможность, реквизиты я оставлю в описании. Спасибо еще раз. Ну и немного летней тематики под занавес. А вы ездите отдыхать в Сочи? Ну тогда полюбуйтесь. Да, вы все правильно поняли. Это, простите, дерьмо. На одном из пляжей прорвало канализационную трубу, по которой он и утекает в море. Надо ли объяснять, чем данная история чревата для отдыхающих, для экологии в целом? Вы знаете, действительно уже омерзение вызывают российские чиновники. Гадят и везде. Что нельзя было очистные сооружения построить нормальные? Да я уверен, они там были со времен Союза, но рассыпались от старости. И тогда паразиты пробросили трубу на дно морское, а деньги, выделенные на те очистные, тупо украли. Даже не хочу продолжать, противно. Все, это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем, мы обсудим, а я за сим спешу откланяться пока. Пока!